Так, ладно, парни, хорошо. Объясните мне, пожалуйста, еще раз, зачем мы сегодня здесь собрались? Ну как зачем? Ты должен понимать, к чему мы идем. Ребята, я рад, что вы все сюда пришли, что вы приняли лучшее решение своей жизни и решили наконец-таки подписать со мной контракт. Что, блядь, какой еще к черту контракт, а? Ничего мы подписывать со мной не будем. Эван, успокойся. Мы, и ты в том числе, приняли решение, что подписать контракт с ним – это лучшее для нас решение. Вот послушай, что умный человек говорит. Он абсолютно прав. Все дела, которые... Да ни черта, он не прав! О, Эван, успокойся. Мы же уже обсуждали, что работа с ним принесет свои плоды. Тише. Ладно, хорошо. Выслушаем первый-последний раз. А плоды будут. Но надо немножечко подождать. Самую малость. А для начала нужно просто подписать этот злосчастный контракт. Вот так. Обычно маленьким движением руки. Это несложно. Давай потом. Что? 50%? Ты на нас нажиться захотел, да? Максимум 20. 20? Слышал, 20. Дорогой мой, я трачу свое время, свои ресурсы, свои связи. И... Ну, ты достаточно взрослый, чтобы понимать, что 20% ну, не хватит ни на что. Нет смысла просто браться за это дело. Ресурсы, связи. Что ты там еще тратишь, а? А тебя не заботит то, что мы свои силы тратим, свое здоровье, свою популярность? Это может быть из-за тебя. Ладно, хорошо. Давай 30. Боже. Не больше. Он мне так нравится. 30? Окей, я согласен на 30. Стоп. А что нам даст сотрудничество с тобой вообще, а? Вот мы здесь собрались, да, контракт, все дела. А что ты нам дашь? Господи, ну я же сказал, что плоды будут потом. Видит Бог, я этого не хотел. Видит Бог. Я могу вам предложить только то, что будет, если вы не подпишете этот контракт. Ну да, наверное. Да. У вас будет малюсенький бой. Малюсенький, огромный, жестокий матч. Со специальными правилами, со специальными оппонентами, со специальным количеством оппонентов. Но если ты сейчас черканешь свою малюсенькую подпись на этом контракте, этот матч... Это смертоубийство останется на бумаге. На бумаге, подписанной всеми главами НФР и всем моим руководством. Но просто на бумаге. Ты понимаешь? Верно. Я ставлю 30%, понял? Да ставь уже сколько ставь. Я рад, что наша сделка совершена. Пришло время плюшек, ребят. Давай, я назначил вам матч за легковесный титул. Я надеюсь, в нем буду участвовать я? Да не смеши. Я. Замолчите, парни. Мы все знаем, кто будет принимать участие в этом матче. Ну, конечно же, вы все правы и все не правы. Вы все вместе... Будете участвовать в матче за титул. И уже как команда вы сможете отнять этот титул у какого-то жалкого потлатого испанца. Я в вас верю. И не подведите меня, пожалуйста. Ладно, посмотрим. Сделаем что-нибудь. Все будет нормально. Давай. Конечно. Я вам немного помогу. Thank you.
А мне, видимо, поможет только Господь Бог.